Первый в России цифровой универсальный высокотехнологический маммограф «Мама-5М3» с томосинтезом установили в поликлинике Каспийска. Аппарат высокого разрешения с низкой дозой облучения позволяет более качественно и детально выявить рак молочной железы на самых ранних стадиях. В Каспийске на учете на сегодняшний день состоит около 400 женщин с данной патологией. По словам специалиста, это заболевание молодеет и по-прежнему занимает лидирующие позиции. У нас в России за 15 лет два раза увеличилась численность женщин с раком молочной железы. К факторам риска молочной железы относится контингент женщин от 35 до 55 лет. Это, получается, раннее образование молочной железы, доброкачественные кисты, мастит, контрацептивы, которые применяют женщины, потом ранняя менопауза, ранние месячные и поздняя менопауза. Также отличительной способностью нового маммографа является объемное изображение с 3D-реконструкцией в высоком разрешении. Помимо этого, аппарат позволяет просматривать как отдельные срезы, так и выделять реконструированный с патологическим очагом. Для более четкого осмотра участков предусмотрена функция позитив-негатив. Вот такая высокоразрешающая способность позволяет нам рассматривать мельчайшие микрокальцинаты в увеличенном размере, поскольку скопление микрокальцинатов является первым признаком рака, то мы можем спокойно просматривать и не пропустить первые признаки. Аппарат делает 4 снимка в прямой и боковой проекциях. Для пациенток, у которых уже есть какая-либо патология, выполняется косое исследование и томосинтез. Процедура занимает максимум пару минут, после чего результат сразу же отправляется на рабочую современную станцию врача. Автоматизированная станция рентгенолаборанта оснащена функцией передачи по ДИКОМ, моментальной передачи рентгеновского изображения на станцию врача. Таким образом, быстрота передачи, она также имеет свои преимущества. Вместе с тем снижается рост ложноположительных заключений и ошибок при постановке диагноза. Отметим, что аппарат введен в эксплуатацию 3 апреля. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».